Видите, как все перегорожено. Весь правительственный квартал перегорожен ежами. Нет. Все, ребята, покажите, покажите, пусть все, все увидят это. Александр Ефимович, вот «Левиафан» и еще один фильм Юрия Быкова, для меня вот символ России. «Майор». «Майор», дурак. Да, «Дурак». «Дурак», «Дурак». «Майор», да, но «Дурак», мне кажется, он все-таки очень сильное кино. Вот «Левиафан» и «Дурак» все-таки сняли в России эти две картины, которые показали, что такое Россия. Ну, в России много сняли картин. Слушайте, был великий фильм, допустим, Балабанова «Груз 200». Да. Ну, вообще невероятный. Балабанов гений вообще, мне кажется. Да, ну, естественно, очень одаренный режиссер. И было много картин, которые снимали, были острые высказывания, художественные, сильные. И не только Звягинцев, там масса одаренных и Быков, масса одаренных людей. Ну, вы правы, это два, наверное, таких самых острых публицистических высказывания лет за 15, да. Скажите, пожалуйста, а что Звягинцев сейчас делает? Ну, готовится к... Ну, он вышел с трудом из тяжелой ситуации болезни. Была, да, да, да. У него ковид занял примерно года полтора жизни. Он был три... Он несколько раз был при смерти. Ух, его спасли просто. И это было, конечно, ужасно. Огромное количество людей помогало, потому что удалось там ему помочь и врачами, и вывести медицинским самолетом, потому что это было уже ужасно. Его долго подымали, и он до сих пор еще не полностью реабилитировался. Он ходит еще с костылями. Вот, потому что у него последствия ковида чудовищные. Но он хочет и готовится к новому фильму. Он хочет сделать картину. Он в России будет делать кино? Нет, он живет в Европе. Он уехал? Да, его вывезли еще тогда, когда он заболел ковидом. Он оказался в Европе, и он же выступил после этого со своим отношением ко всему, что происходит в России. Да, он сказал. Да, у него было большое интервью у Антона Долина. Он вообще мало с кем-то говорит. И Андрей Петрович всегда настаивал на том, что он, ну, как бы не публицист, а художник, что правда. Но он всегда писал, он всегда отзывался на события, он всегда высказывался. У него не было ни одного случай, когда в стране бы произошли какие-то радикальные вещи, свидетельствующие ну, скажем так, закручивании гаек, чтобы он не высказался. И он все, что можно было, он сказал художнику и человеку, ответственному за свою страну и за свой народ, он сказал, мне кажется, он достаточно твердо. И он собирается делать очень острый фильм о России. Я по собственному сценарию с тем же соавтором, с которым он последние годы своей жизни все работает, с Олегом Негиным. Я вспомнил название еще одного фильма Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли». Да, ну это да, такие важные были фильмы. Да. «Так жить нельзя» после того фильма сжигали партийные билеты. А съезд в полном составе народных депутатов собрался на просмотр. Вы знаете эту историю, да? Да, да. На просмотр фильма «Так жить нельзя», да? Да, да, да. Александр Ефимович, вы в России добились огромных, впечатляющих результатов. Вас знали в мире и «Оскар», и «Канны», смотрите. Но это же серьезная история все. Вы с Путиным виделись когда-нибудь? Никогда. Я не виделся никогда. Меня не видел, и я его потому не видел. Что Звягинцев, ну, встречался с ними. Кроме телевизора. Андрея Петровича пригласил Путин в 2003 году, когда молодой режиссер, никому неизвестный, не закончивший в ГИК. Да, он в ГИК не закончил? Нет, даже. Он без кинообразования, он с актерским образованием. Он сначала закончил Новосибирский актерское училище, оно так называется, а потом ГИТИС актерское. Он работал актером. И вы где-то можете увидеть Андрея Петровича в ролях каких-то третьестепенных. Он был... Он ничего важного не сыграл. Так вот, он добился, работая на одном из очень на тот момент популярных каналов второго эшелона, на РЕН-ТВ, он добился возможности сделать небольшой фильм по сценарию, который ему предложил продюсер, на тот момент генеральный директор канала, Дмитрий Лесневский. И получился выдающийся фильм «Возвращение». Да. Никто не знал этого режиссера, никто не знал фильм. Он оказался в конкурсе Венеции. В нашей системе координат это как участие в Олимпиаде, понимаете? Ну, в кино. Это очень много, потому что очень тяжело попасть.
А уж получить там, а он получил не просто Золотого Льва Святого Марка, это один из самых больших, одна из самых больших наград в истории мирового кино. Он получил два. Он получил Золотого Льва Святого Марка за лучший дебют, который там «Малый Золотой Лев», и еще большой ему в придачу за лучший фильм. Это был настолько немыслимый успех. Я был на том фестивале в 2003 году, я был потрясен. Я был в зале, и зал стоя аплодировал минут 20. Это как бы еще длительность овации, это всегда индикатор успеха. После чего вся российская пресса, естественно, начала об этом писать. И молодой тогда еще президент Путин решил оказать внимание. Ну, естественно, там как бы протокол все это устроил. Он пригласил его к себе. Андрей мне рассказывал про их встречу. Она, как я понимаю, не получилась. Потому что Андрей Петрович, он как бы далек от этого. И он, более того, с ним поговорил сначала в кабинете, а потом они вышли, он посадил с собой его в машину. Ого! Посадил с собой в машину. За руль, надеюсь, нет? И они поехали вместе на машине с президентом Российской Федерации на Мосфильм, где к этому моменту было организовано совещание по делам кинематографа. И, естественно, прямо на улице... Вот коллеги обрадовались, правда? Вы представляете? Это просто, я даже боюсь подумать. И вот момент, представьте себе, вот стоят все руководители отечественного российского кинематографа на тот момент. Значит, это там Никита Сергеевич Михалков, Карен Георгиевич Шахназаров и так далее, и так далее. Ну, все, которые, так сказать, возглавили, руководители там, соответственно, культурки и идеологии. Вот, стоят на улице, подъезжает, естественно, машина президента, и оттуда выходит Звягинцев. И вот после этого он ни разу никогда не встречался, он не откликался, он выступал жестко. И вообще с такого рода кредитом, который был предоставлен в российской системе кодовых сигналов, это нельзя сказать, какой был предоставлен ему президентом Российской Федерации, он мог смело к нему обращаться, звонить, приходить, писать. И он никогда этим не воспользовался. Больше того... Может, ему всячески... машина не понравилась? Может, конечно. Может, укачала. Скорее всего, ее пассажир, скажу вам честно. Это не его персонаж. Он к этому никак не мог хорошо относиться. Он вообще настолько далек от этой жизни. Ему настолько... Делаем кружок к театру, Фанко подойдем. Давайте. Ну да. Я не случайно заговорил о Путине. Вот что говорят вам люди, которые знают Путина? Что с ним произошло за эти годы? Он же, наверное, не был таким кровожадным негодяем изначально. Или был? Нет, говорят те, с кем я был знаком. Я не был никогда знаком близко с людьми, которые знают его действительно глубоко. Но я был знаком с людьми, которые с ним неоднократно общались. И они никогда не говорили о нем как о кровожадном негодяе. Ни в коем случае. Они говорили о нем как о рациональном персонаже. Человеке, который понимает, что такое хорошо и что такое плохо, что важно, что не важно. И страшно удачливым, знаете, когда всегда считалось, что вот он делает какие-то очень острые вещи, на которые, в общем, нельзя рассчитывать и ставить, и удача ему улыбается. Всегда считалось ровно так, что он такой рациональный парень. Конечно, при интересе все понимали, что страна выстроила коррумпированную систему с огромными деньгами за плечами. Ну, вообще представить себе. Я вообще думаю, среди прочего, что ответом на вопрос очень многих украинцев, вот этого мало кто понимает в Киеве, почему допустили, вот очень все так, как допустили? Просто мне кажется, что это очень трудно объяснить, потому что очень многих купили. Конечно. Купили конечно, возможностями, конечно. Немыслимыми деньгами, званиями, колоссальными, деньгами, колоссальными театрами, перспективами, чем угодно. Да, ну, да. Про творческих людей понятно. Театры, фильмы. Да, да. Там тут понятно и так далее. Но даже бизнесменов, даже менеджеров, даже офисный какой-то планктон, я уже не говорю олигархов, делайте свои деньги. Западных лидеров купили, западных о чем лидеров, речь? Конечно. Поэтому я к чему говорю. Он выстроил систему, типа рациональную. Люди профитировали, зарабатывали. Были огромные, сложились корпорации. Многомиллиардные корпорации. Класс немыслимо богатых людей. Они все считали, ну, это же удобно, это, в принципе, страна развивается. Среди этих компаний встречались удачные. Например, в айтишном сегменте было много удач.
построили собственный IT, там, Яндекс, прекрасная компания. Сейчас ее убили, вот, но... Да-да. Была прекрасная компания, но там Mail.ru был когда-то, замечательные компании. Да вообще в IT было много своего. И считали, ну да, это издержки совка, что уйдет это поколение политиков, ну и страна изменится, потому что вырастет новое поколение молодых, неглупых людей. Там очень много молодых ребят, закончивших крутые западные университеты, вменяемых совсем, и все, ну как бы изменится. Вот на это рассчитывали.